Всем привет, друзья! Вот и наступила весна. Наступил у нас март. Месяц, 4 дня стоит плюсовая температура, плюс 4, плюс 5, сегодня плюс 3. Приехал я на рыбалочку за весенним лещом. Хочу попробовать поймать леща сегодня. Не зря я эту точку до этого прикармливал. Здесь был на нескольких рыбалках, чтобы прикормиться, посмотреть, подойдет, не подойдет. И сегодня чистая ориентация на леща. Прикормку буду использовать в основном лещ, арома лещ. Ну, мотель опарыш, как всегда. Две точки буду использовать, ближнюю, дальнюю. Закармливаться буду достаточно много сегодня, так как лещ любит поесть. Ну а что у нас из этого получится, смотрите дальше в этой же рыбалке. Удастся нам поймать весеннего леща или нет, или еще рано. Так что приступим. Так, ну первая точка у меня будет, он ориентирован у меня он на те кусты, противоположные. Буду бросать чуть-чуть вверх по течению. Первая пошла, вот так вот. Вот дистанция. Заклипсовался я уже. Сейчас кормушка упадет. Глубина небольшая. Здесь, ну, метра, наверное, два. Может, полтора. И вот так вот в это место кормушек 6-7 я заброшу для начала. Это у нас будет первая дистанция. Ну вот, два фидера мы с вами закинули. Две разные дистанции. Будем ждать теперь поклевку. Первую, что клюнет. Не зря здесь кормил. До этого рыбалки не просто так. Все, изучал местность. Водоем, акваторию. И все остальное. В надежде, что когда потеплеет, приехать попробовать поймать леща. Вот сегодня этим мы будем заниматься. А то, что клюнет, что поймаем, то поймаем. Но я думаю, без рыбы мы не должны остаться сегодня при такой погоде. Так что всем удачного просмотра. Была у нас на ближнюю поклевка. Скорее всего, обсосала. Или какой-нибудь мелочь сидит, попробуем ее засечь. Что получится, не знаю. Вроде ничего не чувствую. Или ёж какой-нибудь сидит. А не, ведет. Ведет, ведет. Ага. Вот она. Первая мелкая плотвичка. Я говорю, поклевка была. Нормально. Ну, мелочь мы отпустим сразу же. Что ее собираем? Пускай плывет и радует нас глаз. Он на две сразу же плюет. И на ближнюю, и на дальнюю. Не знаю, на какую брать. Давайте попробуем на ближнюю засечь. Ее все равно менять надо. А потом дальнюю перезабросим. Да.
смысла, наверное, такой не будет. Полегче пошло. Латвичка с мусором. Ой. И мусор, и плотва. Нацепляла. О, мелочь. Пускай идет гуляет. И мусор мы с вами нацепили. И она нас в мусор увела. Но уже мы с вами не пустые, правда, не лечь, на лещам уже мы рассчитывали. Ну, мало ли, подойдет, может, к обеду. Или попозже. Поклевывают нас на дальний. Давайте я попробую засечь. Потому что, скорее всего, что-то небольшое. Что идет у нас, кольца мерзнут. Ёж, как он сюда засекся, непонятно. Еще что-то достал. А кормушку свою, которую оборвал, достал. Все нормально, живем. Сейчас мерша освобожу. Заглотил. Ну, противоположный берег, еще рыбак пришел. Я на этом берегу один. Поменял я уже три точки. Ни на ближней, ни на средней, ни на дальней дистанции вообще ничего нет. Две плотвички поймали, наверное. Так, залетные. Больше ничего. Буду дальше сейчас меняться. Что-то не получается ничего. Не хочет рыбу клевать. Не знаю почему. Вроде солнышко пригревает. Что с ней, без понятия. Вроде так кончик чуть-чуть шевелится периодически. Так ощущение, что где-то проходит, но брать не берет вообще. Так что будем мы еще что-то делать, экспериментировать. Ну пока две плотвички, еж и больше ничего, блин. Даже подлещика не вижу. С плотвой. Так что ловим дальше, смотрим, что у нас дальше получится. Не пойму, будет потому вроде как. Не пойму, поклевки я сильнее плоха. Я не клевал. Но кто-то есть. Хорошая. Сейчас, на камне не зацепить. Ага. Ребята, как говорится, не лещ, но уже хороший подлещик, хотя вообще не плывал. Стоять. Вон, сел и сидит. Поклевки вообще никакой не было. Такого вот мне взяли. Подлещик сейчас садок достану, беру садок. Вообще не клевал, поклевки не было. Но вот такой вот есть. Один. Первая нормальная поклевка, разумительная. Хорошо подергала. Как всегда я прозевал. Сейчас посмотрим. Он на это тоже дергает. Вот.
Оп. Что там изумительная поклевка была? Это вот на эту было. Не знаю, сидит. Здесь не кушаю ничего, наверное, прозевал. Не, вроде есть что-то или нет. Или небольшое. Ага, небольшое. Вот она. Плотва. Наша плотвичка. Я говорю, невразумительная поклевка. Ну, плотву мы с вами засекли. Сейчас на это еще посмотрю. На эту глянем, была поклевка тоже. Есть что-то. Две поклевки прям на два удилища одновременно. Глубину даю. Ну вот ближе к обеду у нас расклевалось. Что у нас там? Тоже плотва. Ну это хорошая. Это больше чем-то. Оп. Вот такая вот. Похоже, потом берем. Все, пошла рыбалка. Все, можно сказать, пошла у нас на каждом забросе. Положу. Давай подлещик. Но хороший. К обеду расклевал. Ждем леща. О, какой. Я же говорю, на каждом забросе. Опять придет. Не знаю, вроде нет. Или нет что-то. Ага, мелкая.
скорее всего, или плотва льет. Окунь! Окунь к нам в гости пришел. Вот это да! Так, ну окунь нам не нужен. Пускай плывет. Пока оставим здесь, вторую перезабросим. Хотел я правую фидер поставить поближе, метров на 15, а не на 25. Посмотреть, есть у нас ближе что-нибудь. Но пока мы получаем поклевки, поклевки такие у нас идут. То есть не постоянные, вот как будто рыба подходит. На два фидера берет сразу же и ушла. Вот, и опять тишина. Дистанцию я выдерживаю, но хотел вот поближе поставить правый, но что-то, блин, думаю, не стоит, может быть. Если есть поклевки, получаем мы. Пускай там уж стоит на той дистанции. Но в основном плотва. Не знаю, подлещик подходит периодически. Сколько внутри мы взяли. Остальное плотва мелкая, небольшая. Не знаю, жду леща, может, все-таки подойдет. Нацеливался я все-таки на леща. Ну, не знаю, может, не проснулся, может, еще что. Это же не зимовальная яма. Глубина здесь небольшая. Ну, мало ли, всякое может быть. Ну, надеемся, что что-нибудь подойдет еще покрупнее. О, поклевка подтягивает. Ее хорошо подтягивает. Что-то хорошее сидит. Иди сюда. Идет, идет. Удочка берется во всю. Пакетом, что ли, каким-то есть, или то самое. Тащил. О, пошел, пошел, пошел. Ну вот, еще один. Почти что лещ. Почти что лещ. Заплати, зараза. Оклевка. Оклевка. Ушел, ушел. Его хорошо. Вроде сидит. Иди сюда, поехал.
Ага. И большой. Нас не уйдет. Все достанем. А, еще один. Там резвятся вовсю в садке. Вот, помоем руки. Ну что, дорогие друзья, подошла наша рыбалка к завершению. Леща я так и не взял, как ни старался. Ну, крупный подлещик и мелкая плотва. Наверное, еще не время ему клевать. Давайте хоть посмотрим, что мы взяли сегодня, и отпустим сразу же. Ну, взяли мы не так уж и много. Хорошие есть экземпляры. Уже смотался один. Рой пошел. Сейчас мы с рой поставлю. А, все ушли. Все на крыло встали и ушли. А мы будем собираться домой с вами потихонечку.